Российская сборная по мотоболу вернулась на родину из Франции, где принимала участие в чемпионате Европы. В аэропорту Домодедово их встречали земляки с цветами и флагами России и Ленинского района. В очередной раз наши спортсмены привезли комплект наград высшего достоинства. Напомним, что россияне вышли победителями во всех поединках чемпионата, а финальная битва стала настоящим подарком российским болельщикам. Следующий чемпионат Европы по мотоболу состоится в России, во Владимирской области, в городе Ковров, с 8 по 12 августа 2018 года.